Добрый день! Вы смотрите видео поздравления, смысл которого в том, чтобы мужчины поздравили женщин всего лишь одним словом. Важное условие – слова не должны повторяться. Если будет повтор или пожелание в несколько слов, мужчина услышит характерный звук. И слово необходимо будет заменить. Любви. Здоровье, условно. Переписываем. Здоровье. Любви. И что ваша любовь? На ней что, все стоит, что ли? Вся планета, вся энергия мира заключена только в одной любви? Конечно, нет. A few moments later. Сейчас. Звучит многообещающе. Чего же мы ждем? Внимание. Умеете, могете просто. А какие слова говорили? Огласите весь список, пожалуйста. Весеннего настроения. Я не знаю, что с этим делать. Одно слово? Да. Любви. Сколько можно? Нежности. И на том спасибо. Ну сейчас надо придумать. Что вы говорите? Радость была? Нет. Радость. Умиротворение. Внутреннее. Умиротворение. Я обратился к потокам моего сознания и, четко сформулировав вопрос, начал ждать ответа. Терпение. С праздником. Замечательно. Дорогие. Поразительно. Одно? Так точно. Я сейчас, подождите. Жду. Вы счастье. Лучше и не скажешь. Я даже не это. Не переживай. Господи. Давай! Да вы смущаете меня. Просто сказать, денег. Иисус, Мария и Иосиф. А, все, денег. Наконец-то! Любви. Где-то я это уже слышал. Душевного спокойствия. Спокойствие. Улыбок. Это мне надо вот так сразу сделать? Да! Настроение. Ну хорошо. Ну хорошо. Неотразимости. Я что-то хотел сказать про любовь, но понял, что одним словом про это не сказать. Благополучие. Ну-ка, повтори еще разок. Благополучие. Молодцом! Привет, девчонки. Добрый день. Только одно слово. Девчонки, я вас поздравляю с таким красивым днем. Днем женщин. Самое главное, здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Остановитесь! Мы вас очень любим. Вы лучше всех. Прекрасный тост. Желаю больше денег. Больше детей. Ладно. Неплохо. Просто сказать. Ну, типа. Здоровья. Ну, сколько можно? Счастья. Что? Опять? Блин, я что, последний пришел? Нет. Ну, подсказывайте. Какой хитрый человек. Весны. Молодец! Так держать! На этом все. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.